здание Кировского областного суда. Прямо на тротуаре стоит газель 750. И что-то продают. Пойдем прямо ближе. Вообще нормально. Сюда. Бойкая торговля. А это еще может работники аппарата суда, кстати. Что вы снимаете? Правонарушение. А чье? А вот разберемся. А вы представьтесь мне. Меня зовут Долгих Антон Витальевич, а вы кто? А в чем мы должны? Нет, ну вы же мне вопрос задаете. Я вам представился. Мне очень интересно, почему вы снимаете. Ну, вот я вам объясню, если вы представитесь мне. А там вам председатель суда потом разъяснит. Так вы кто? Так вы кто? Нет, а что мы? Так вы мне скажите, вы кто? А страшно вам? Страшно? Нет. Так скажите, кто вы? Я не нарушила ничего. Я не говорю, что вы нарушили. Вы мне задаете вопрос. Еще начинаете спрашивать, в чем правонарушение? А вы кто, чтоб я вам объяснял? Я вам сказал правонарушение. Вы покажете, что как мы эту самую черешню покупаем или что? И вас обязательно покажем. Вы покажите. Покажем, конечно. Конечно. У нас какой-то с вами странный диалог. И проверим в рабочее время. Пойдем, мы как раз тут. Сейчас узнаем, кто вы. Разворачивайся. Оп! По команде. Работники суда. Работать нужно. В смысле аппарата суда. Сейчас я вам доложу председателю у вас. Он вам проводит? Я сейчас сам пройду. Станьте на стуле. Сейчас мы узнаем, кто вы. Работник аппарата. Электронному проходит. Если он скажет, я начинаю. Стань, снимай, отлично. Да вы ничего не напишите. Кто вы такая, чтобы на пристава что-то писать? Место свое знаете, работник аппарата. Скажите, у меня к вам вопрос. Когда сотрудник проходит по электронному пропуску, фиксируется его вход? Отлично, тогда время. Так, время 16:29. По часам суда. 16, где-то 37, наверное. Поэтому мы уточним. Так, я иду в канцелярию по гражданским, продолжайте там телевизор. Вы не судья, начинает давать какие-то указания, еще в такой форме. Вам самому-то не противно? Это здесь невозможно не отвечать. Значит, дальше. Вы примите, пожалуйста, от меня сообщение про нарушение. Вы обязаны. У вас совершается правонарушение, и вы имеете. Подумайте, надо ли вам писать? Да, я прошусь. Ты серьезно? Конечно.
слушайте, вот подумайте, может воздержаться, потому что те, кто нам покупает, они уже сняты. И по ним каждому будет проверка. Вот, видите, я ведь хорошо интересовался. Вы обязаны принять любое сообщение о правонарушении, дальше передать его по подтверждению. Поэтому в этом страхе, если люди народные сотрудники, которые записывают, дальше это можно сделать то, что нужно. Так, прошу вас будет делать административное правонарушение. А не надо мне листок, я вам устное сообщение, я могу прочитать, я и так и вам выстрочу. Прошу вас будет делать административное правонарушение. Я очень коротко факт нарушения правил дорожного движения водителя автомобиля ТЭД, который в настоящее время заехал на тротуар возле здания Дедовского областного суда, осуществляет торговлю картами. Все. И направил это для местности. Сказывали вам, где по местности надо заявить. Это нарушение ПДД и нарушение правил торговли, которые получили администрацию. Все, через 2 минуты никого не было. Через 2 минуты после сообщения в дежурную часть никого не было.